господа, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Создан в 1990 году кавалером ордена Британской империи Джоном Виндхэмом. С 2013 года оркестром руководит его старший сын Джон Пол Виндхэм. Сегодня в оркестре более 70 молодых музыкантов, самому юному из которых всего 11 лет. Город Брентвуд находится совсем рядом с Лондоном. Как бы сказали в Москве, за МКАДом. От центра Брентвуда до центра Лондона всего 32 километра. Оркестру из Брентвуда, скажу дипломатично, не рекомендовали ехать в Россию. Руководители коллектива тогда решили созвать родительское собрание. И все проголосовали за решение, что ехать надо. И до отправки официальных документов музыканты надели свои мундиры и поехали к российскому посольству. Музыка, которую они стали играть, сама говорила: «Мы едем к вам».
Глазки гляньте, девушки, утрите слезы. Пусть сильнее грянет песня. Эх, да наша песня боевая.